О спорте. Щелковец Дмитрий Кузнецов вернулся в чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов с победой. На соревнованиях в Челябинске, которое в это время года проходит в помещении, инструктор по спортивной ходьбе щелковского ФОКа первым пересек финишную черту на дистанции 3000 метров через 14 минут 10,49 доли секунды. Главной цели победе на 5000 метров Дмитрий Кузнецов пришел через 24 минуты 37,7 секунды. Дмитрий Кузнецов теперь стал 17-кратным чемпионом России по спортивной ходьбе. В феврале легкоатлету исполнилось 55 лет.